Не в том смысле, что я там претендую на какое-то гуруство вот в сфере мультимедиа, но просто я понимаю, что сфера, медиасфера, она очень инертна. И я поняла, что самое ценное, что мы можем сделать сейчас на этом этапе, это не создать супер навороченные мультимедийные проекты, а самое ценное на этом этапе – это познакомить нормальных людей с нормальными людьми. Помню тот интернет, когда это было 4 человека, все культурные люди, и было прекрасно, не было одноклассников. Я скажу, вот сюда говорить, да? Куда говорить? Сюда говорить? Скажи, куда говорить. Вот сюда?